Но вообще поляна, поселение Чисто Небо. Я его обзываю деревня. И некоторые товарищи насчет этого ругаются. Но это их право ругаться. Пока здесь не сформируется социальная структура, сообщество, я так и буду называть деревня. А для этого надо приложить общие усилия, и тогда все будет отлично. Беседка построена общими силами. А до этого я вам показывал вот это. Общая школа, детский сад был запланирован. В итоге так все это заросло бурьяном. Не знаю, что дальше будет. Ну, это площадка для проведения мероприятий, праздников, а также для просто детей. Какие-то детские аттракционы были запланированы. В итоге, как остров стоит, так и стоит. Некому вложить сюда свои таланты. К сожалению. Дамы и господа, сейчас выдвигаемся в сторону озера Большой Олбита. Насчет покупаться не знаю. Посмотрим. Посмотрим теплоту воды. Идем мы вдвоем. Петр сопровождает меня. И сзади еще мой гость из Новгородской области, мой дядя родной Александр. Сниматься напрочь откажется на видео. Поэтому... Саша с Сашей сцепились там. Саша с Сашей, да, там с подписчиком зацепился языком. Будем ждать. Короче, стоят два Саши. Слева мой подписчик из этого канала, а справа мой дядя родной. Вот, короче, нашли общий язык. А я знаю, если с Сашей языком зацепился, то это надолго. Подождем маленько. У нас до заката солнца еще время есть. А солнце, как видите, еще не село за горизонт. Вот такие дела. Сейчас идем в сторону по пути хостела. Природный лагерь называется Чисто Небо. А как он выглядит сейчас? Он засниму. А он, наверное, за бензином пошел, да? Там можно вернуться потом к тропе, которая отцепимся, вот идет направо. И получается вот хостел, о котором я говорил, природный лагерь. И я не знаю, есть кто-то здесь сейчас, нет. Но вообще здесь планировалась сдача его на лето, на летний период. Здесь площадки под палатки, как видите, 4 штуки. Волейбольная сетка натянута. Все где-то закрылось. Идем по человеческой дороге. Оттуда этого решили по кустам рвануть напрямик. Ага. Сразу комаров слепней на нас накинулось. Чуть не загрызли заживо. Представляете? Не, не верите? У нас здесь такое бывает в Псковской. Ура! Озеро! Сейчас искупаемся. На закате. И покормим маленько слепней комаров. Так, у тебя дальше контент плюс 18? Да, у меня дальше будет плюс 18. То есть мы сейчас... Ну и у меня плюс 18. Тупо раздеваемся. У тебя плюс 18. Да, тупо раздеваемся голышом и бежим на радостях в воду. А это вам показывать не будем. Это плюс 18 и старше. Леша купается. Я сейчас наведу поближе. О.
Я из воды вылез, а Петр еще купается. На закате вода оказывается теплая. Сейчас вдоль берега идет испарение. На дальнем плане вот это остров похож. Ну да, остров в центре Большого Олбита, на котором я раз, наверное, 10 был за все время. На лодке 20 минут ходу на веслах. Ну, на мотоке где-то пару минут всего лишь. На заднем плане косят триммером траву. Летают комары, которые, как в песне Сектора Газа, как бобры. Солнце уже на закат идет. Скоро стемнеет. Наступит псковская ночь. А в Петербурге у нас еще по-прежнему белые ночи. Сейчас на дворе середина июля месяца. Петр, как водичка? Вода нормальная. Мне тоже показалось. 24-25 точно. Сколько? 24-25. Я думаю, градусов 18, не больше. Ну ладно. Уговорил, да? Ненормально. Вот сейчас уже сколько там? 10-й час. Кто-то мечтает у себя вырастить цветы под названием люпин, а здесь у нас целые поля. Перед вами люпины где-то соток 15, все в люпинах. Окунуться в детство, вспомнить. Вот есть такая возможность покачаться на качели, причем на такой качели, которой у меня даже в детстве не было. Качались на всяких тарзанках, различных веревках, привязанных к деревьям. А сейчас вот на добротной качели, на цепочках. Даже в Питере таких нету качелей. Там маленько другие они. Крутая качель. Да. Опа. Опа. Кстати, по поводу тарзанки, вот у меня в детстве была, например... А сейчас мы направляемся обратно к дому. Солнце садится, и пора уже готовиться ко сну. Сегодня проехали 500 километров из Петербурга до псковской деревни. Почему деревня, я повторюсь, потому что еще это деревня. Вот когда будет поселение «Чистое небо», сформируется сообщество, вот тогда буду называть поселение «Чистое небо». А это относится к одному из моих подписчиков, который мне комментариями постоянно душит на эту тему. По поводу деревни должен сказать, чем деревня отличается от села? Чем? В деревне нет церкви, а в селе оно есть. А у нас и ни того, ни сего. Так что у нас деревня. Вот. Да. Ну, вода хорошая. Душевная вода. Да, душевная. Как парное молоко. Васыну тоже классно. Жалко, Саша не остается у нас хотя бы на денек. Да. Так бы покатали его по окрестностям. Да, вот мне в Питере не хватает таких теплых деньков, чтобы была вода теплая. Поедем мы на фазенду, Лёша. Приехали, сейчас машинку развернули. Завтра от меня Саша уезжает, мой родной дядя. Вот на такой тачечке приехал. До этого у него была семерочка «Жигули». Сейчас семерочка в руках другого хозяина. А сейчас схожу в сторону соседа Михаила. Правда, травы выше меня местами. Вот смотрите, я на уровне плеча несу камеру. Вот столько травы. А хочу его позвать для того, чтобы посидеть у костра. А у меня традиция такая — посидеть у костра, поболтать о жизни, просто отдохнуть. Так. У-у-у, какая красота, смотрите. Что я вижу? Это земляника.
какая лепота. Ух, вкуснятина. Ее просто есть много. Просто все усыпано. Даже не хочется наступать в траву, потому что иначе я затопчу. Так, даже есть у меня в этом году крыжовник. Немножко он не зрелый, но есть. Уже такие сумерки наступают. Земляника. Такая вот красота, вкуснятинка. Хоть, блин, никуда не иди, остановись и собирай землянику. Михаил, тебя еще не съели комары? Почти доедают, да? Ясненько. А ты в курсе, что земляники полно? А, уже поел? Я сейчас пока шел к тебе, тоже наедался. Я тебя приглашаю на костер. Приходи. Официально? Официально, да. Официально, да? Приглашение. Так что, приехали. Да, официально. Мы только что приехали с озера. Накупались? Мы с Петром покупались, дядя не захотел купаться, ни в какую, говорит. И не в моем возрасте, говорит. Не затащили, да? Да, поэтому... Хорошо. Ну, ночевать у себя будешь? Да, я сделал себе нормально. А, сделал, да? Да. Ну, вот там комната у Михаила. Мы как-то в одном из видео его зашивали, это помещение, USB-панелями. OSB, если правильно говорить. Так что давай подходи к нам, посидим, покормим маленько у костра комаров. Надо же это, ритуал совершить. Да. Посещение псковской деревни и посидеть обязательно у костра. Надо. Вот, а я пошел сейчас заготавливать дрова для костра. Надо таскать чуть-чуть. Тебе помогут там? Да, у меня Петр, заведующий, поможет. Хорошо, ага. Поможет. Давай, приходи. Вот, дамы и господа, разожгли костерчик. И сейчас сидим, кормим потихонечку комариков. Они так нас нежно обволакивают и кусают за все части открытого тела. Короче, на медленном огне мы. Да, на медленном огне мы потихонечку тлеем. И нас кусают комарики. Да, Михаил? Да. Вот так вот. Ой. Ну а что ж поделать, хочется посидеть у костра, а тут вот маленькие злобные зверьки. Вот так вот, если видно вас, где он там, вот он, сел, зараза, на меня, хочет кусить. Я его так бам, и все, его нет. А завтра предстоит мне работа. Выкашивать вот это все дело бензиновым триммером. Я так и не дождался трактора от соседа Т-25. Придется вручную все рукопашную выкашивать вот эти дудки, Тимофеевку и все остальное. И на небосводе у нас вышел месяц. Бах, и меня в бровь кусают, твою мать, комары. Ай, ужасно, ужасно кусают меня комары. Я возвращаю экспозицию на место, и на моей руке сидит просто около 20 комаров. Это жесть. Что, Петр, отбиваешься? Да я вообще-то уже привык. А, ты уже привык, да? Это мне надо привыкать, понятно.
Вот вокруг Петра, смотрите, летает сколько комаров. Да, ну я скажу, просто сравнивая с комарами в Ленинградской области, что это день и ночь. День и ночь? В Псковской области, комары в Ленинградской. Ну да, здесь они злые. Комары в Ленинградской, они просто дрессируются. Так я вот у Михаила сегодня был в гостях в Ленинградской области. Они так вяло летают и думают, укусить тебя или нет. А здесь они сразу сходу вонзают свои хоботки и жесть просто. Еще слеп не прибавил. Да, еще до кучи слеп не завтра будут. Ой, как я завтра буду косить, я вообще не представляю. Ужас. Да, надо завязывать с этим делом, то что на моей руке сидят 5 комаров, и в каждый палец втыкаются, а я вот камеру в руке держу. Завтра.